Мама, братья, друзья, сослуживцы, все, кому был дорог Евгений Шамаловский. На стене Добродеевской средней школы в поселке Московский 4-я мемориальная доска. Последние 3 участникам специальной военной операции. С удовольствием ехал. Он и не думал с армии уходить. Мы настаивали на то, чтобы он уходил после все-таки 2 ранения и контрактом поджимал, заканчивался. Он сказал, я не пойду с армии, я буду служить. Сказал, даже если, ну, все это... Сказал, вот я еще сейчас раз съезжу и приеду, и буду дальше служить. Контракт я продлю. Родился в Злынке, после переехали в Почепский район. Здесь продолжил обучение в школе. В Униче училище, потом армия, семья, работа. Однако в 2020 году решил поступить на службу и подписать контракт. В поселке Московский, хоть и проучился меньше 2 лет, но учителям запомнился. Почерк был мелкий. Вот почему-то почерк его запомнился. Не очень такой мальчишеский почерк. Вот. Я даже больше его вспоминаю, как он влиял и воздействовал на своих братьев. Так получилось, что 2 брата у меня были в разные годы, классным руководителем была. Вот. Он очень трепетно и внимательно относился. Женя был в основном такой скромный довольно-таки. Он старался, ну, не быть, как говорится, на виду. Скромноватый такой. Добродушный, да, добрый. Всегда такие люди, которые ведут себя, как правило, скромно, незаметные. А вот в такие вот трудные минуты и для страны, и для этого, вот они становятся героями. Он мог в самоволку сходить, мог и что-то там такое с начальством, с кем-то отношения выяснить, по орбите побегать, и все, что хотите, такой. Ну, про армию он никогда не отзывался, что не надо было идти. И маленького всегда настраивал на то, что надо идти в армию, надо отслужить, надо все как положено. И у малого сейчас уже такие предпосылки, у младшего, что я пойду в армию. В марте прошлого года отправился на спецоперацию. После первого ранения поправился, вернулся в строй. Этим летом попал под обстрел. В госпитале жизнь воина оборвалась. 2 награжден орденом мужества. Евгению было 34 года. Армен Марукян, Анатолий Чекрыгин, Почепский район.